Базовым элементом является детская анимационно-реабилитационная студия. Она состоит из группы специалистов. Психолог, педагог, режиссер, аниматор и волонтеры. И все они объединены в региональную, межрегиональную сеть, общее руководство над которым осуществляет вот наш ресурсный центр Национального детского фонда. Что мы сделали в этом году? Вот за предыдущие 5-6 лет существования проекта с нашей помощью было открыто при нашем содействии 33 студии. За прошлый год, благодаря гранту, мы открыли 42 студии. И, собственно, эти все студии стали самодостаточны. Мы их учим развиваться самостоятельно, учим основам социального предпринимательства, а также всем остальным навыкам для того, чтобы они смогли самостоятельно работать. И, собственно, вышли мы на этот качественный новый уровень за счет того, что главным процессом сделали процесс обучения. Действительно, можно сказать, что за этот год мы совершили качественный скачок. Создана система, работающая в масштабах всей страны, которая обеспечивает процесс обучения, развития, координации, взаимодействия. И вот самое главное, что все они способны работать самостоятельно. Единственная помощь, в которой мы нуждаемся, это системная поддержка именно ресурсного центра нашего Национального детского фонда. Потому что мы создали эти 42 студии, но чтобы мы с такой скоростью продолжали развиваться дальше и поддерживать эти студии, нам нужен ресурс, чтобы мы смогли обеспечить это руководство. Это станок. Мы очень хотим попросить вас оставить автограф. Автограф вот так вот, да. Для того, чтобы мы могли... Здорово. Спасибо большое. Еще мы хотели всеми участниками сфотографироваться с вами.